9 обстрелов с начала суток, в основном неприцельные. В штабе АТО сообщают, по сравнению со вчерашним днем, провокаций на Донбассе стало меньше. Пользуясь затишьем, ремонтники пытаются возобновить водоснабжение в Торецке. Подробнее Геннадий Бивденко. 8:30 утра. 8 ремонтников уже готовы к работе. Ремонтная бригада готовится отбыть в серую зону. Договаривались с той стороной еще с марта месяца этого года. На подмогу прибыли международные организации. Цель – возобновить полноценное водоснабжение города Торецка Донецкой области. Прибывают представители миссии Красного Креста и АБСЕ. Они как щит для ремонтников и саперов. В серой зоне возле поселка Пивдене вражескими осколками повреждена магистраль водоснабжения. Анатолий Степанович, настоящий герой из города Часовьяр, чинил там трубу еще в ноябре, в морозы. Несколько раз даже травмировал руки кувалдой. Фонтаны из пробоин били на несколько метров вверх. Однако тогда он устранил течь. Затем трубопровод боевики повредили снова. А сколько там много попало? Ну, много. Мы первый раз сделали 10 аварий. Не знаю, сколько сейчас. Нам дали 3 дня. 3 дня достаточно. Забили кувалдой, обрезали. Приложили болт с гайкой, обварили, поджали болтом и обварили болт, и обрезали. Причина прорыва? Пропадание трубы и, конечно, осколки побили. С 22 по 24 августа трубу уже ремонтировали. Поставки воды в Торецк из оккупированной Горловки удалось увеличить. Однако обнаружили другие аварийные места. Задача найти порывы и устранить после того, как дали давление. Все равно порывы новые пошли. Их надо латать, поэтому... Работаем. Главное успеть до холодов, тогда технически ремонт станет очень сложным. Сейчас вода в Торецке подается до 8 часов в сутки. Будет 10 часов, будет 12 часов. Будем смотреть по поступлению воды, будем увеличивать. Украинские офицеры напрямую общаются с российскими командирами отрядов боевиков. Наконец, в час дня они все-таки дают разрешение на въезд в серую зону. По словам жительницы Пивденного, поселок заливает водой из водопровода. Ой, вода, там реки текут. Сразу иду там вот так вот. Скоро огород затопит. Ремонтная команда отправилась на работу, однако слесари признают, необходима полная замена старого трубопровода, иначе ситуация с нехваткой воды в Торецке будет повторяться. Геннадий Вивденко, Вадим Ривун, Сергей Байдала. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.